Американская компания Fight Night совместно с бойцовским клубом «Крепость» представляют вам двухраундовый бой в легком весе. И в синий угол поднимется боец из Армении по прозвищу «Император Давид Хачатрян». А в красный угол боец из России Михаил Волков. А на нашей сцене центральный пограничный ансамбль ФСБ России, заслуженный артист Республики Дагестан Марио Али Дюран Сутуев, скрипка Артем Фейгин, кларнет и заслуженный деятель искусств Украины Александр Беленький. Ксилофон, встречайте! Итак, знакомьтесь с соперниками. Боец в синем углу. Ему 26 лет. Рост 173 сантиметра. Вес 71,4 килограмма. Его профессиональный рекорд 20 боев. 18 побед, только 2 поражения. Он шестикратный чемпион Arm Fighting Championship. Чемпион Армении по кикбоксингу К1. И чемпион Pro FC. Дамы и господа, представляющий Bingo Boom Fight Club из Армении, приветствуйте, Давид Император Хачатрян! А вот его соперник в красном углу. Бойцу 31 год, рост 176 сантиметров, вес 71,5 килограмм. Профессиональный рекорд 13 боев, 10 побед при 3 поражениях. Дамы и господа, он призер чемпионата России по панкратиону, представляющий Дальневосточную федерацию современного панкратиона из Хабаровска. Приветствуйте, Михаил Волков! Россия! Рефери боя Геннадий Зуев. Ребят, вы знаете правила, не нарушайте их. Слушайте мои команды внимательно. У вас 2 раунда по 5 минут. Покажите хороший, чистый бой. Пожали руки.
Удачи обоим. Разошлись. Церемония награждения. В октагон приглашается владелец медиахолдинга в клубе ТВ Дмитрий Нагайцев. Господа, рефери боя Геннадий Зуев остановил поединок через минуту и 59 секунд первого раунда. Удушающим приемом победу одержал император Давид Хачатрян! Армения! И аплодисменты его сопернику из России Михаилу Волкову! И традиционное фото на память!